В Селине с 7 по 10 декабря пошел ряд мероприятий, посвященных ненецкой культуре и письменности. В их числе и мастер-классы от рукодельниц всего округа. Чему мастерицы учили гостей, смотрите в следующем сюжете. Песнями о мастерицах открыли Дни ненецкой письменности и культуры в селе Несь. Надежда Бобрикова приехала из Омы, чтобы поделиться умениями в своем деле. Мастерица больше 30 лет отработала методистом в Доме культуры в родном селе. Все эти годы плотно занимается творчеством. Я приехала в качестве мастера, чтобы научить детей, как шить наичку для кукол. Меня очень радует то, что дети хотят шить. С 1993 года Надежда вела кружок бисероплетения, а с 2016 года организовала клубное объединение, где женщины занимаются разными видами творчества. У меня и женщина занимается шитьем кукол, шитьем из меха, вышивка, алмазная мозаика, они очень много занимаются. И у нас собран большой банк данных, потому что мы знаем, когда бывают мероприятия, какие выставки, кому что можем отправить. Под крышей Несского дома культуры собрались дети и взрослые, чтобы научиться чему-то новому и провести время с пользой и увлекательно. Мы делали украшение для себя. Из рога оленя. Из рога оленя. Татьяна Адаменко провела мастер-класс резьбы по кости и, безусловно, стала центром внимания для ребятишек. Мы сейчас приглашены с мастер-классами, и вот сейчас у нас проходят мастер-классы мальчики, дети с школы-интерната. Школа-интернат проводит, мы проводим им мастер-классы. Девочки на других мастер-классах участвуют, где вышивка, бисероплетение, рисование, а мальчикам будет интересно резьба по рогу и кости. По инициативе Натальи Латышевой, директора Дома народного творчества села Несь, мастерицы из разных уголков округа, представительницы Большеземельской и Канинской тундры собрались, чтобы обменяться опытом и научиться новым видам творческой деятельности. Для участия в данном мероприятии мы пригласили мастеров из поселка Красное. Это Тайбарей Кристина Михайловна и Тайбарей Лилия Мартыновна. Из этнокультурного центра к нам приехала для участия в выставке и проведения мастер-классов Адаменко Татьяна Евгеньевна. А также были приглашены методист Омского дома культуры Бобрикова Надежда Агафоновна и культорганизатор Дома культуры Елена Чижа. В рамках Дней ненецкой письменности и культуры в селе Несь также прошла выставка-ярмарка. Катрина Тейбрей, телеканал «Север».